Здесь я выращиваю свою крапиву. Да, выращиваю. Во-первых, она оздоравливает здесь землю на задах между нами и соседями. Во-вторых, я ее использую для мульчирования. Это замульчирование крапивы, жесткая земляника, сельва. Урожай мы собрали. Сейчас пропололи, прорыхлили и завалили ее крапивой. Крапива никуда не денется, сопреет и станет отличным органическим дополнением к почве этой высокой грядки. Вот специально оставила похвалиться, какая у нас земляника. Ну, это она на малину намоталась. Малину эту будем отсаживать. Она пришла, гордость России. Вот наша сельвочка. Ну, собрали весь урожай. Так, оставили похвалиться. Вот зачем мне крапива.